еще в древности это полотно называлось «Луз». Его по обеим сторонам держат два архангела. Михаил, он еще крестообразную имеет форму, да, то есть сам этот нимб еще как бы заключен крест. Это, конечно, нам указывает, напоминает о крестных страданиях Иисуса Христа. Девушка, которую звали Вероника. Что она делает? Она оттирает его лицо, окровавленное в крови, в поту, белоснежным полотенцем. Чем же